В 2022 году исполнение регионального бюджета проходило в условиях объективных экономических трудностей, вызванных внешними санкционными ограничениями на бизнес. По результатам оценки, проведенной Министерством финансов Российской Федерации, Липецкая область отнесена к группе субъектов Российской Федерации с высокой степенью качества управления региональными финансами. Уважаемые депутаты, прошу вас рассмотреть и поддержать представленный правительством Липецкой области проект закона об исполнении бюджета за 2022 год. Спасибо за внимание. Как вы считаете, если многие объекты социальной инфраструктуры сдаются с нарушением сроков, да и вообще с многочисленными нарушениями, а некоторые вообще не строятся многие годы, несмотря на то, что очень сильно необходимы липчанам, при этом сэкономленные деньги у нас кладутся в коммерческие банки, можно ли назвать такой региональный бюджет социально ориентированным? Социально ориентированный бюджет там, где более 60% расходов направляется на решение вопросов в область здравоохранения, народного образования, культуры. Таким является бюджет Липецкой области, я вам доложил. Что касается ключевых проблем в Липецкой области, они так и остаются нерешенными. Я еще раз хочу показать, Игорь Георгиевич здесь присутствует, вот его газета «Вперед», которая была на выборах выпущена. Тут столько было грандиозных обещаний и планов сделано. Судя по тем обращениям и запросам, которые к нам поступают, люди жалуются на нехватку социальных объектов, многих, нехватку врачей в государственных учреждениях. Эта проблема так и не решена и решается крайне слабо. То, что красивые картинки по телевидению вы показываете, это, конечно, здорово. Но вы тогда опуститесь или спуститесь к людям, все-таки станьте поближе, и попробуйте понять, что их сегодня в большей степени беспокоит. Ну, то, что бюджет 2022 года был социально ориентированным, здесь, наверное, спорить бесполезно. Действительно, государство и область взяло на себя огромное количество обязательств, их исполняет. Я хочу поблагодарить правительство Липецкой области, губернатора Липецкой области за социально, напомню, социально ориентированный бюджет, в котором, как правильно сказал Вячеслав Михайлович Чехлеватых, более 2/3 идет как раз на социальные вопросы. Это здравоохранение, социальная защита, это культура, это спорт, это образование, это то, без чего наши жители, естественно, не могут жить, существовать нормальным образом. Если говорить об обещаниях, которые давали жителям, я могу вам назвать конкретную цифру. Это уже более 3/4 обещаний за период выполнены. И еще есть достаточно времени, чтобы выполнить большинство данных обещаний жителям Липецкой области. И, значит, через год к выборам у нас будет более 90% выполнено. Поэтому это я официально заявляю, Сергей Ильич, пожалуйста, больше так не заявляйте, не занимайтесь политическим шулерством. Поэтому все мои обещания, они полностью на контроле. Каждый раз, как я приезжаю в район, глава района отчитывается. Экономили. Экономили целый год для себя любимых, это мы видим прекрасно. Остатки составили 27 миллиардов рублей, смогли купить дорогую недвижимость для чиновников. Автомобили смогли купить для чиновников. То есть для себя любимых, в общем-то, ничего не жалели. А потому что временно вы здесь все находитесь, только вы вот сейчас себя ублажите, извините за выражение, а дальше пусть хоть трава не расти. Вот вся ваша политика.